There is a date here. Name? Your stuff? N-A-U-Y-A-S-A-N-C-H-E-S. Ages. Sex. Female. My age. Your voice and size. Yeah, but...
нет. Простите, я нарушила раз и навсегда заведенный порядок. Газеты Дебора нам приносят два раза в день, в половине восьмого утра и в 20:00. И я не припомню, чтобы почтовое ведомство опаздывало хотя бы на минуту. Исключая, конечно же, военные годы. И я не вижу причин, почему нам не поступать точно так же. Мэтр, я не вижу ни одного посетителя. Какая разница, что я сделаю сначала? Надену фартук, наколку, превращусь в образцовую официантку. Простите, мэтр, я действительно опоздала. Как ты верно заметила, сейчас нет ни одного посетителя, и ты все успеешь. Видимо, выдался непростой вечер в парке. Небольшое приключение только и всего. А вы не уходили, ночевали в конторе? Было очень много бумажной работы. Неплохо выглядите для бессонной ночи. Дебора. Сейчас мертвый сезон, мы едва сводим концы с концами. Мэтр, вы напрасно испугались. Я вовсе не веду речь, а прибавлю жалование. Разве нет? Ну, может быть, но не сегодня. По крайней мере, не сейчас. Что же успело произойти за сегодня? Вы совершили преступление или стали его жертвой? Ни то, ни другое. Просто сегодня утром я проходила мимо парковой решетки, там встретила девчонку. Она была в шортах, рваной футболке. Знаете, она ужасно замерзла, и ей, в отличие от нас с вами, некуда пойти сегодня днем. Значит, она придет к нам. Благодаря вам наша клиентура постепенно растет. Понимаете, мэтр, шорты и футболка — это самая зябкая одежда, если ты выпил накануне пару коктейлей и собираешься провести ночь по огороду парка. Вы говорите со знанием дела. 4 года назад я приехала с севера. Зиму там холоднее здешних, и парк был у нас в городе. Да, грех не жаловаться на заработок сегодня. А почему вы мне все это рассказываете? Понимаете, мэтр, я ей сказала, что если она зайдет сегодня к нам, то я смогу найти для него чего-нибудь горячительного или горяченького. Но? Она ничего не ответила. Это сберегло вам лишние деньги, Дебора. Я никогда не догадывался о вашей особой сентиментальности. Можно подумать, в вашей жизни не было ничего такого, о чем вы вспоминали сентиментальными чувствами. Некоторые вещи я просто помню. Даже не знаю почему. Например, я хорошо помню, как пел мальчиком в церковном хоре. Вставать приходилось в половине 6 утра, идти по темным холодным улицам. Я очень хорошо помню этот туман. Неприятно. Никакой ностальгии. Да, это ваше единственное детское воспоминание. Одно из немногих. Что нового в мире? Современный мир мельчает, Дебора. Раньше на первых полосах можно было найти такие заголовки, как «убийство» или «ограбление». Сейчас их печатают на последней полосе и мелким шрифтом. Первая заняла политика и реклама. Да, для кафе с нашим названием это, наверное, очень скверно. Мир стал другим, вот что скверно. Объединение международных информационных корпораций. Мертвый сезон закончится. Туристы снова приедут посмотреть на набережную, но мир уже не станет таким, каким был прежде. Бомбы в самолетах, ноутбуки, ваши смс-сообщения. Мэтр. Дебора. Простите. Да? Извини, Джоанна, параллельный вызов. Я отвечу тебе буквально полминуты. Да, алло. Это Максимилиан Синклер, я тебе звонил. Материал должен идти на второй полосе. Да, настаиваю. В таком случае ты можешь сказать редактору, что с сегодняшнего дня я в отпуске. Это в любом случае так, просто теперь я отключу телефон. За границей, на море. Прекрасное Южное море. Как обычно. Да, Джоанна.
Да, это снова я, и все еще хочу разговаривать. Нет, боюсь, что сегодня не получится, я занят до вечера. Они не ставят материал, сегодняшний вечерний номер, и поэтому... Ба, слушай, я не могу махнуть на все это рукой, да, поеду в редакцию. Только кофе или позавтракать? Да, Джоанна, я могу сказать, что с завтрашнего дня я в отпуске и приехать к тебе, но тогда материал вечерний номер не пойдет, а в завтрашнем он будет уже никому. Мы только открылись, это займет пару минут. Да нет же, Джоанна, мне не все равно, что ты говоришь, но сегодня мы не встретимся. Может быть, завтра, я пока не знаю, извини. Да, алло! Простите, я в аэропорту, не могу говорить. Самолет в Брюссель, да. На 2 недели, может быть, больше. Пока что не знаю, простите, там можно и контроль, не могу говорить. Называется Джей, вывеска у входа, легко заметить. Спасибо. Ты кого-то ищешь? Официант, хозяин? Нет. Подожди, у тебя нет денег? В общем-то нет. Так выпей кофе. Это мой кофе, он с коньяком, а тебе, по-моему, надо бы согреться. Ну так что? Я с тобой никуда не пойду. Тебя никуда и не зову. Времени нет. Да, алло. Нет, не в городе. Ты можешь попробовать найти меня, Йозеф, но я повторю то, что уже говорил, с полицией не работаю. Последняя фраза специально для меня? Возможно. Это зависит от того, кого ты здесь искала. Официанта. Но здесь не работает официант. Зато здесь работает Дебора. Хотя, если ты здесь впервые, то, конечно, можешь этого не знать. Пей кофе. Как тебя называют? Банни. Послушай, Банни, у меня вправду мало времени, поэтому пей кофе и смотри. Вторая полоса. Чисто. Моей статьи здесь нет, мало того. Ее не будет и сегодня вечером. Да, я мог бы придержать материал, но тогда его поместили бы завтра, и поэтому я потребовал, чтобы статью напечатали сегодня. Устроил скандал, это самый подожди, верный способ, подожди, чтобы... Подожди. Зачем ты мне это рассказываешь? А ты просто так пришла в кафе. Ну да. Честное слово. Я сидела у Грады Парк, ужасно замерзла. Она подошла ко мне и сказала, что если сегодня я зайду, Джей, ты смогу выпить чашечку горячего кофе? А, ты не знала, как называется кафе? На сегодняшнего утра нет. А тебя что, зовут Джей? Нет, просто так я подписываю свои статьи во второй полосе. Зовут меня Максом, сейчас принесут завтрак. Я все-таки пришла, но Макс уже успел угостить меня кофе. Замечательно. Да. Что-то не так, Дебора? Макс, позвольте задать вам один вопрос. Есть в вашем прошлом что-то такое, о чем бы вы вспоминали со смешанными чувствами? Мальчишкой. Еще в детстве я мечтал стать полицейским, чтобы водить большой черный автомобиль. Замечательно. Надеюсь, что вам у нас понравится. Ты ждал меня, чтобы позавтракать? Не знаю. Если ты говоришь правду, то нет, но завтракать все же надо. Смотри, Ваня. Это письмо я получил по почте вчера вечером. До этого были другие письма, бумага стандартная, отпечатана на лазерном принтере. Начало у всех писем одно. Я знаю, кто ты такой. Тебя разыскивают, чтобы убить, если ты... В первом письме было. Если ты не заплатишь, я скажу им, где тебя искать. Не вздумай соваться в полицию. Письмо пришло по почте неделю назад, но я порвал и бросил его в корзину. Кто такая Джоанна? Моя невеста. Сегодня предполагалась наша помолвка. Поздравляю! Не обязательно. Во втором письме угрозу поменяли, опять просили денег, но теперь в случае отказа обещали, что венчание не состоится. То есть помолвка перенесена? Время. Пара обид, пара объяснений. Не слишком-то сложная задача, чтобы... Скандал! Самый верный способ. Чтобы перестать общаться, возможно. А вот чтобы избавиться от шантажиста, недостаточно. В третьем письме оказалось нечто новенькое. Если ты не заплатишь, я скажу им, где найти Джоанну. Отмени публикацию, будет Джей сразу после открытия, закажи завтрак на двоих. Не вздумай связаться с полицией.
на тебя. Могли попросить только напечатать. Или только найти меня здесь. А может, ты говоришь правду и вообще не имеешь отношения к делу. Ну тогда зачем ты мне это рассказываешь? Пока не вижу других претендентов на завтрак. То есть, если никто не придет, то ты отдашь деньги мне? Какие деньги? А, ты, наверное, решила, что я пришел сюда, чтобы расплатиться с шантажистом. Ну тогда зачем? В этом письмеце написано. Я знаю, кто ты такой. Так вот, хотелось бы тоже узнать. Ну так и кто же я такой? Я вижу тебя в первый раз в жизни. Зову тебя Максим. Ты угостил меня завтраком. Ну так кто же ты такой? Доброе утро, мистер Макс. О, здравствуйте, Грэм. Скажите, Грэм, а вы смогли бы ответить на вопрос, кто я такой? Я боюсь, что не совсем понимаю вас. Мою гостью зовут Банни. Ей очень нравится ваше обслуживание, ваша кухня. Тревожит только один вопрос. Кто я такой? Вы Максимилиан Сенклер, известный журналист, мастер криминальной хроники и всегда желанный гость нашего кафе. Ну почему, Грэм? Честно. Около 2 лет назад Максимилиан Сенклер отошел от современных уголовных дел к событиям довольно далекого времени. Целую серию статей посвятил убийствам на набережной. Именно оно привлекает туристов в эту часть города. Я обычный продажный писак. Я сделал рекламу этого кафе, за что меня здесь охотно кормят. Не стоит верить. Чтение ваших статей — это то немногое, что примиряет с этим скучным миром такого скучного человека, как я. Вы ищете Дебору? Именно так. Так она в зале. И сегодня восхитительно, как никогда. Прибавьте ей жалование, если это возможно. Я учту ваши пожелания. А надеюсь, вам у нас понравится. У тебя у самого нет никаких тайн в прошлом. Ты на чужих специализируешься? Возможно и даже вероятно, что у кого-то есть причина меня убить. Но в этом нет тайны. Судебные заседания, репортерские расследования. Знаешь что, Банни? Я не могу вспомнить в своем прошлом что-либо, за закрытие чего желал бы заплатить больше, чем за завтрак на двоих. Сообщаю это тебе просто так, на всякий случай. Я не могу вспомнить в своем прошлом ничего, что... Писал эту статью, как впервые пришел сюда. Прошелся по набережной, взглянул на вывеску и вошел. Джей! Джей! Я запускаю. Можешь попробовать найти меня, так было сказано? Чистейшая случайность, Йозеф, что ты нашел меня здесь и сейчас. Случайность есть еще, что существует только открытые закономерности. В этом случае такова точка зрения полиции. Девушка согласна? Я запускаю. Воспитание. Позволяет господину инспектору при первой же встрече спросить удостоверение личности. Ее зовут Банни, и я полагаю, что этого достаточно, если учесть, что вы знакомы всего 3 минуты. Надеюсь, что не раньше. У меня скверная память, просто позор какой-то для полицейского. Никогда ни в чем не уверен. Вот, например, сегодняшняя утренняя газета, Джей. Ты можешь называть меня по имени, я не обижусь. Вот, например, сегодняшняя газета «Макс». Я, как один из самых верных твоих читателей, ждал столбец на второй полосе. Я, слава богу, имею касательство к делу, как сейчас помню наш с тобой уговор. Я предоставляю тебе информацию по краже драгоценности, а ты взамен... Не беда. Дождусь 8-часового выпуска. Можешь особо не дождаться его, Йозеф. Статьи не будет. Я прошу прощения. Да? Да, мадам, так и есть, это Джей. Простите. Надеюсь, это не меня. Трудно сказать. Довольно молодой женский голос спросила. Это Джей, повесили трубку. Вероятно, имелось в виду название кафе. Хотелось бы надеяться. Я сейчас. Иди сюда. Мне не хотелось бы отвечать на все телефонные звонки. Постарайся справиться с еще одним телефоном, кроме своего собственного. Брюссель, не так ли? Это вы мне? Угадала. Бывала там в течение последнего года. Молодежь сломает этот мир, как зеленая трава асфальт. Поправь меня, если я ошибаюсь. А если я вас не понимаю? Во всяком случае догадываешься. Твои
я ведь пользуюсь интернетом, когда грозятся взорвать всех президентов мира. Надо полагать, ваши портреты мы тоже скоро увидим в сети. Боюсь, мне нужно идти. Минуту. Остались отпечатки пальцев. Отослать их по электронной почте в Брюссель займет полчаса. Ты не успеешь покинуть город. Да и колледж твой находится здесь. Назвать домашний адрес? Вы сыщик? Да. Но моя профессия – это преступление и кража драгоценностей, а не малолетние хулиганы. Да зачем же дело? Вас умная кража драгоценностей, в руках у вас письмо шантажиста. Твоя работа или твоих друзей? Здание в Брюсселе не было заминировано. Если мы не убиваем людей, то тем более не занимаемся вымогательством. Тогда уведи своего друга журналиста и не покидай его в ближайшие полчаса. Он не друг, не вовсе. Мы едва знакомы, у него есть небес. Банни, я не спрашиваю тебя, чего хочешь ты. Я говорю, что нужно мне. И запомни на случай, если станешь взрослой. Мужчин лучше водить первые полчаса знакомства, пока еще думаешь, что едва знаком. Я прочитал, Макс. Но он не жду твоего ответа, Йозеф. Я просто объясняю, к чему разговор. Не собирался уходить. Зато мы собирались. Нет, Йозеф, я не смогу себе простить, если ты не ознакомишься со здешним меню. Дебора, господин инспектор, хочет сделать заказ. Господин инспектор, мне действительно жаль, что не могу быть вам ничем полезным. Ну что вы, Банни? Жаль, что не рассказали подробно про Брюссель. Ну ничего, может, в следующий раз. Позавтракайте. Ну, если вы не голодны, я могу предложить вам кружечку прекрасного пива. Ну вот почему все уверены, что полицейский пьет исключительно пиво? Я, например, предпочитаю более крепкие напитки, но это когда я на службе. А сегодня у меня выходной, поэтому стакан апельсинового сока со льдом. Бабочкой он никогда уже больше не станет. Напрасно дорожит чек на осеннем Петру. Thank you.
вспомнить? Ее невеста Макса. Уже почти неделю нам не удается поговорить. Мы понимаем ваши чувства, мадам. Но боюсь, что сегодня было слишком много народу. И ни я, ни моя помощница, мы просто не можем вспомнить одного человека. Простите, не вы звонили сюда с этого телефона? Ну, в общем, на этот телефон. Нет, не я. Может быть, вы что-нибудь закажете? Я полагаю, горячий шоколад с миндальным пирожным вполне подойдет. Отличный выбор. Да, благодарю. Проходите. А у вас действительно так много посетителей по утрам? Знаете, бывает по-разному. Вы напрасно сомневаетесь в искренности сказанного вам. Я вот, например, тоже не видел, чтобы сегодня утром сюда заходил человек, которого вы ищете. А моей наблюдательности вы можете поверить. Вы полицейский? Да. Но сегодня у меня выходной, по крайней мере, я на это рассчитываю. Присаживайтесь. Извините. Кругом полно пустых столиков, а я просто... А вы уже неделю ищете пропавшего жениха, как я случайно услышал. Знаете, возможно, не мое это дело, но ваш жених не уделяет вам должного внимания. Вы, наверное, скажете, что дело обычное, но я просто не знаю, что подумать. Нет, я не ревную. Будь виновата женщина, я бы почувствовала. Есть другая причина, по которой Макс молодой последнее время... Молодой человек, средние волосы, волнистый, карманья, поручка, золотым пером. Вы сказали, он журналист. Вы сказали, что вы здесь не были. Что не видел, как он сюда заходил. Когда я пришел, они уже завтракали. Они? То, что вы говорите, неправда, не может быть правдой. Окей, давайте заходим. А он ничего не замечает вокруг. Не думает ни о чем, кроме своих детей. Минуту. Вы волнуетесь и можете сказать что-то совсем не предназначенное для моих ушей. Если вы продолжите, вам придется рассказать, что за картотека и еще о многом. А я пока не давал никаких обещаний вам помочь. Я знаю, но уже почти неделю мы не с ним поговорить. Отец меня не слушает, не захотел бы. У него свои хлопот хоть и не добля... Давайте не будем отклоняться от темы. Вы упомянули о причинах беспокойства. Да, я могу ошибаться, но кажется, это его картотека. Макс работает в газете. Год назад он написал пару статей. Сейчас он хочет издать книгу, собирает данные, исторические сведения, вырезки из старых газет. Это давнее преступление, почти легенда. Убийство на набережной. Убийство на набережной? Да. Должно быть, вы знаете об этом больше, чем я. Я никогда не интересовалась подобными вещами. Может быть, поэтому Максу стало интересно разговаривать с ним. Они ушли вдвоем? Не думайте об этом слишком много. Журналист, как и сыщик, по роду своей службы встречается с разными людьми, в том числе и с молодыми девушками. Простите, я вовсе не хотел сказать, что она выглядит лучше вас. А тогда какой смысл интересоваться тем, что было почти 100 лет назад? А легенда приковывает умы. Этот случай, конечно, не так широко известен, как Джек-потрошитель. Или убийство по зодиаку. Но убийца тоже не был найден. А это всегда дает почву для интереса досужих обывателей. Ну и для газетных расследований, которые нельзя ни подтвердить, ни опровергнуть. The case of 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 Макс хочет сделать, говорит, что не строит домыслов, а собирает факты. И вы только поэтому решили искать его здесь, на улице, где когда-то были совершены все эти преступления? Я? Нет. Я получила сообщение, что Макс может быть здесь. Странное название. Не знаете, почему так названо кафе? 100 лет назад убийца оставлял на место, где происшествие, подпись. Царапал мелом на стене и подбрасывал записку с одной единственной буквой. Жень, страх прошел. Красивая легенда осталась. Кто послал сообщение? Я не знаю, я звонила вот по этому номеру дважды, но ответа не было. Тем не менее, не стирайте его из памяти, он может понадобиться. Скажите честно, если вас волнует возможность измены. Я не возьмусь за такое дело, да и вам не стоит искать истину в данном случае. Нет, я, конечно, переживаю, но боюсь не за себя, а за него. Вы видели с ним последние 2 недели, вы бы поняли сами. Думаете, дело не в легенде? Ну, не в той давней легенде, по крайней мере. Вы знаете, что-то происходит здесь и сейчас. Хорошо. Я постараюсь узнать что-нибудь для вас. Нет, вы
самом деле меня заинтересовали. Один только вопрос напоследок. Максимилиан говорил что-нибудь о том, что его шантажируют, упоминал об этом? Шантаж? Нет. Не говорил ни слова. Да и какие могут быть причины? Разумеется, никаких. Ваш жених самый честный человек в этом городе. Желаю вам доброго дня. Если я что-нибудь узнаю, обязательно вам позвоню. Доброго дня. Дебора! Я больше не буду ничего заказывать. Извините, я краем уха слышала. Инспектор Скальник обещал вам помочь. Но... Да, он сказал, что позвонит. Ну, вероятно, он знает номер вашего телефона. Возможно, он имел в виду номер вашего кафе. В таком случае вам даем обед, будем очень рады вас видеть. Добрый день, Жоанна! Прошу прощения за способ, избранный для нашей с вами встречи. Не ожидали увидеть меня здесь. Полагали, что я покину страну, спасаясь от обвинений, выдвинутых благодаря вашим показаниям, но, как видите, год спустя я здесь. Трус. Низкий, презренный, бездушный трус. Я помню время, когда вы могли более достойным образом сказать, что я оскорбил вас. Артур, я заслуживаю некоторого извинения. Мне кажется, низким добиться встречи со мной выследит меня. Это лишь женская точка зрения. Мне следовало бы помнить, что вы не способны ее разделять. Я поступила бы лучше, если бы не сказала вам ничего. Не имею ни малейшего желания казаться в ваших глазах лучше, чем я есть на самом деле. Вы ведь только что разговаривали с инспектором полиции, Джон. Давайте вернем. Вернем и скажем, что ваш непутевый кузен Артур, организатор похищения семейных драгоценностей семейства Ри, снова в нашем родном городе. Вы же прекрасно знаете, что этого не сделали. Почему? Вы ведь однажды уже сделали. И с тех самых пор, как я узнал об этом, мучился вопрос. Смогли бы вы сделать это, зная, что мне грозит реальная опасность? Повторили бы свои слова, глядя мне в глаза. И какое-то чувство остановило бы вас. Чувство? Вы сейчас смеете говорить со мной о чувствах? Представьте себе. Да! Никогда не смейте говорить о том, в чем не имеете ни малейшего представления. Если хотите знать, мне сейчас глубоко безразличны чувства, которые кто-либо из нас испытывал год назад. Я не питаю к вам ни любви, ни ненависти, как тогда. И даже смерть моей матери, вины которой были, я все так же в этом уверена. Вы и ваше преступление вызывает во мне ненависть, только презрение. Я встретила человека лучше, чище, чем вы. Да, он зарабатывает на жизнь собственными усилиями, не так склонен к театральным эффектам, как вы имеете в виду, мне это кажется достойным. Но, как я понял из беседы с вашим новым другом, инспектором, ваш жених не уделяет вам должного внимания. Да? И позвольте предположить, перемена в настроении произошла не так давно, в течение месяца, верно? Что вы хотите этим сказать? Я не удивлена тем, что вы подслушиваете разговоры, касающиеся вас. Ближе! Ближе, чем вы думаете, Джоанна. Я имею удовольствие подслушивать только то, что непосредственно касается меня. И я не собираюсь утверждать, что я ангел. Или падший ангел, как уверяла меня, одна наивная девушка. Перестаньте, Артур. Но, думается, я имею право знать, с кем именно вы обручены теперь? Может быть, это Максимилиан Синклер, известный журналист, познакомившийся с вами при написании ряда статей об убийствах прошлого, к одному из которых была причастна и наша. Простите. Ваша семья меня ведь всегда была принята считать этой паршивой овцой. Уже месяц я в городе, я не объявлял о приезде в газете, но... Такой значит, я наверняка узнал об этом, и тогда могло возникнуть лишь две причины для его беспокойства. Все в порядке, мадам. Да, благодарю вас. Я сказала, давно
желаете что-нибудь заказать по столь торжественному поводу? Да! Полагаю, есть повод для 2 бокалов шампанского. Дебора! Прими, пожалуйста, заказ, месье. 2 бокала шампанского. И будь добра, не отходя от стойки минут 20, мне нужно отправить пару писем. Мэтр, вы же обещали мне освоить электронную почту. Это быстрее и удобнее. Не каждое письмо можно отправить по электронной почте. 2 бокала шампанского для месье. Я познакомился с Максимилианом Синклером в прошлом феврале. Он уже тогда работал над статьей об убийствах на набережной. Не знаю, слыхал ли ты. Жень, это был подпись в газете. Нет. Без лишних обиняков он заявил мне, что обратился ко мне как представителю нашей семьи, известного своими преступными наклонностями. Я тогда не понял, о чем он, так же, как ты сейчас. Но потом вспомнил, ведь в каждой семье есть несколько тем, о которых не принято говорить. Ну и он подтвердил мою догадку. Ты имеешь в виду пожар? Вома! Отлично знаю. Славное прошлое наших предков. Наш с тобой братик. Был мэром этого города. И как узнавали ты и я из недомолвок наших родных, причиной этому был пожар. Господи, за рекой. И сейчас построили. Новая лечебница. Но я не вижу связи. Знать. Говоря со своей невестой, Максимилиан Синклер менее откровенен, чем в разговоре со мной. Если верить ему, то там на излечении находился пациент, носивший ту же фамилию, что и носишь ты. Ту же, что была у нашего брата. Вот почему он обратился ко мне. Через 10 лет после последнего убийства на набережной. И к чести этого журналиста Синклера он обратился ко мне без предубеждения. Ты знаешь, я даже был большой. Обычно со мной разговаривали так, как будто уже предвидели мое тюремное прошлое. А я припоминаю только 2 исключения. Он и одна девушка. Артур, я прошу вас! Ах, вот, с каким-то мстительным чувством я рассказал ему все тайны нашего семейства. А ведь наша семья живет в этом доме с конца позапрошлого века. А уже тогда твои отец и мать пропускали меня не совсем охотно после проигрыша на спать. Я не хочу слушать! Джонна! Любовь ко мне, если умерла, то не вернется. Я не хочу одного, чтобы, обвинив меня в преступлении, которого я не совершал, ты связала свою жизнь с настоящим преступником. Уже месяц я в городе, и уже месяц Синклер скрывается.